Сегодня я хочу подарить вам скринсервер «Деньги». Вот так он выглядит. Его вы скачаете, ссылка будет под этим видео. Совершенно бесплатно для вас в подарок. Как устанавливать скринсервер «Деньги» и для чего он нужен? Скачиваете скринсервер, вот так он будет выглядеть, нажимаете на него. И у вас вот так начинают сыпаться деньги. Вы на него нажимаете правой кнопкой мыши, вот здесь вот «Установить». Выходит вот такой вот у вас экранчик, свойства экрана. Здесь у вас будет написано вот такая вот, такое название. И вот даже показывает тут, как выглядит сам по себе этот скринсервер. Скринсервер — это хранитель экрана. То есть если вы отвлечетесь там по каким-то делам или просто перестанете шевелить мышкой, через какое-то время у вас на экране начнут сыпаться деньги. Это такая заставочка для того, чтобы вы настраивались на денежную волну. Так, приятное ощущение — с экрана компьютера сыпятся деньги. Это настраивает на денежную волну. Как видите, вот так оно будет выглядеть, как на заставочке вот здесь. Что вам нужно сделать? Вы просто нажимаете здесь кнопочку «ОК». Можете здесь вот выставить интервал, сколько минут. Допустим, если вы установите вот здесь 5 минут, то у вас через каждые 5 минут, если вы не шевелите мышкой, будут сыпаться деньги. И если вы оставите как тут, то есть если вы вообще ничего не будете делать, то будет через 10 минут. Можете, если вам не нравится, что через каждые 10 минут, поставьте 30 минут, то есть если вам мешает, например, фильм смотреть какой-то. Нажимаем «ОК». Все, скринсервер установлен. Теперь у вас есть хранитель экрана, который будет настраивать вас на денежную волну. Ссылка на скачивание будет под этим видео.